Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу зайти в новый проект. Вот такое вот у него название, ребятки. Я уже не буду ломать язык. Пройти мимо я не смогла, так как здесь вход единоразово 1 рубль. А доход свыше 109 тысяч. Что он нам предлагает? Стабильный доход с полным отсутствием каких-либо рисков. Работайте с любого устройства из любой точки планеты. Регистрируйтесь сейчас и начните зарабатывать серьезные деньги. Возможность зарабатывать без приглашений. Для этого достаточно активировать первый уровень. Значит, здесь у нас маркетинг, платежи мгновенные, безопасность, поддержка и, что самое важное, работают переливы от системы и от кураторов. Вот это вот хорошо. И здесь статистика. Заработано почти 3000 уже. Регистрация 795. Активация 634. Ну и маркетинг. Первый уровень. 1 рубль. Доход 3 рубля. Второй уровень. 2 рубля. Доход 18 рублей. Но согласитесь, тут вход вообще мизер на каждый уровень. Третий уровень 5 рублей вход. Доход 135. Четвертый 10 рублей. Доход 810 рублей. Пятый уровень 20 рублей. Доход 4860. Шестой уровень 30 рублей. Доход 21870 рублей. И последний уровень, седьмой, вход 50 рублей. Ну да, вход вообще смешные. Как бы вот эти расценки. Стоимость 50 рублей и доход 109350 рублей. Давайте посчитаем, сколько это будет стоить все 7 уровней. Так как я буду заходить на все 7 уровней. Вы же заходите на 1 рубль. И так далее будете уже зарабатывать из заработанных денежных средств, активировать следующие уровни. Ребятки, рубль. Это вообще смех. Значит, 50 и 30 – 80. И 20 – 100. 110, 115, 118. 118 рублей. Все уровни. Здесь идут отзывы, как бы, да, это можно прочесть. Вот. Все довольны. Далее маркетинг. Вопрос-ответ есть. Все кликабельно и все на русском языке. Это можно все прочесть. Отзывы, новости, контакты. Есть ВК и вот почта. Регистрация. Прописываем логин, прописываем email, прописываем пароль, кликаем галочку и потом кликаем регистрация. Я пропишу логин, email, пароль, так как пароль здесь высвечивается. Поставлю на паузу, все пропишу и нажму регистрация. Я нажала регистрация и попала в кабинет. Значит, что у нас здесь? Встречает нас помощник. Это можно все как бы пройти. И информация об аккаунте. Ваш текущий уровень 0. Контактные данные. Значит, платежные данные. Так. Результат команды 0. Это все. Значит, что у нас? Указать. Здесь имя, фамилия, имейл у меня. Елена Смирнова. Пусть так уже сохранить. Далее ВКонтакте. Это я потом, ребятки, контакт, Одноклассники, Facebook, WhatsApp у меня не работает. Skype у меня тоже вообще со Skype беда. Telegram. Это я ВКонтакте потом
оставлю, значит, платежные реквизиты. Надо указать обязательно. Проверяем. Сохраняем. Надеюсь, сохранились. Да ладно. Так, я говорила 118. Значит, сразу у нас здесь уровень визитов, баланс. Находится партнерская ссылочка. Она копируется, видим, да? Сразу. И что это у нас профиль? Аккаунт. Это и есть аккаунт. Значит, пополнить. Так, пополнение баланса аккаунта. Так, а что у нас здесь? Подождите, давайте пополнить, вывести, перевести рефералы, промо-материалы. А здесь повысить уровень. Первый уровень. И так далее. Понятно. Ну ладно, давайте я пополню. Пополню счет. Payeer. Здесь одна платежная система Payeer. Я прописываю 118. Так. Пополнить. Выбираю рубли. Ну, комиссия небольшая. Подтвердить. Подтвердить. Окей. И у меня на балансе 118 рублей. Здесь вкладочка «Вывести» у нас. Значит, платежная система Payeer. Что будет выводить сюда? Прописываем сумму и кликаем «Вывести». Закрываем. Здесь перевод. Рефералы. Первая линия, вторая, третья и так далее. Ну и карта рефералов. Промо-материалы. Как видим, есть баннеры. Это хорошо. Далее, повысить уровень. Теперь пойду повышать уровень. Первый уровень, повысить уровень. Второй уровень. Третий. Четвертый. Пятый, шестой, седьмой. Все. Баланс мой по нулям. И я как бы... Все доступные уровни заказаны. Вот. Семь уровней. Как видим, здесь по порядку. Здесь перескакивать нельзя. Там, например, первый уровень с первого на третий. Вот. Здесь сообщение. Чат. Ага, здесь вот чат есть. Также можно общаться. Вот. Поддержка, ребятки. Создать тикеты при необходимости. И новости. Вот. Как видим, да? Личный кабинет. Вот, все у меня сохранилось. Елена, вот. Я только вот не указала, но это я потом зайду в ВКонтакт и закину ссылочку ВКонтакте. Вот, Payeer сохранился у меня. И баланс для вывода у меня пока по нулям. Естественно, я при вас регистрировалась. Запускаю я рекламную кампанию. Ребятки, вход 1 рубль.
И как бы там уже можно автоматически у вас здесь будет доход с 1 рубля, да? И можно уже из заработанных денег активировать следующие платформы, как бы, да? Вот. Ну, в принципе, на этом все. Приглашаю в проект всего 1 рубль. Всем удачи, больших заработков. Надеюсь, продолжение будет следовать. До новых встреч!